Дом по улице Глебова, 14. Кирпичный девятиэтажный дом, построенный в 1987 году. Двор тенистый и зеленый. Вход в парадное в удовлетворительном состоянии. Установлен домофон. Есть немногочисленные места для парковки. Неподалеку стадион «Старт», Международный Соломонов университет, кинотеатр «Киевская Русь», торговый центр «Квадрат», рынок, несколько ресторанов быстрого питания, станция метро «Лукьяновская». В целом состояние дома удовлетворительное.